В числе лучших руководителей страны не важно, что есть, мягко говоря, масса неприятностей. Генеральный директор Облкиновидео Виталий Попов вошел в двадцатку лучших руководителей страны и стал лауреатом Всероссийской премии «Деловая элита 2014» в номинации «Руководитель года». Награждение состоялось еще 26 июня в гостиничном комплексе «Президент-отель» управления делами президента России в Москве. Но почему-то эта радостная новость не освещалась широко. Сейчас Виталий Попов – обладатель вот такого сертификата, подтверждающего, что он действительно один из лучших руководителей, и нагрудного знака в виде ордена за каждодневный труд в решении производственных и хозяйственных задач, за успехи в профильной деятельности и вклад в социальную сферу. Правда, настоящая слава пришла к Виталию Попову несколько раньше, после того, как в отношении него возбудили уголовное дело и передали его в суд. По версии следствия, он провел сделки по продаже кинотеатров, причем цена была ниже рыночной в несколько раз. Судебное разбирательство еще не закончено, а сам Виталий Попов находится под домашним арестом. Сменить меру пресечения на более мягкую суд еще в декабре прошлого года отказался. Следствие не имеется иных доказательств какого-то либо оказания давления, либо влияния на потерпевших в связи с невозможностью для обвиняемого оказания такого давления в связи с тем, что он находится в данный момент пресечения. Получается, вот на протяжении уже 9 месяцев нахождение моего под арестом. Это результат нашей борьбы, значит, с тем, чтобы государственные предприятия вывести из предоперационного состояния. Чтобы поехать на награждение, Виталию Попову, скорее всего, пришлось решать вопрос с судом. Отметим, на сайте Облкиновидео по поводу этого мероприятия говорится, цитата, «Премии отмечены руководители, способные выбрать правильный стиль управления, создать здоровый психологический климат в коллективе, дающий высокий производственный эффект». Конец цитаты. К сожалению, пообщаться с Виталием Викторовичем не получилось. Как он нам сообщил по телефону, сегодня он венчается, с чем мы его и поздравляем.